Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы нарисуем знак, который обозначает полиция. Так, давайте приступим. Знак имеет у нас прямоугольную форму, поэтому рисуем вот такой вот, допустим, прямоугольник. Чуть кривоват получился, но, в общем-то, нормально. И внутри прямоугольника рисуем еще один прямоугольник или квадратик. Вот такой. Отлично. Здесь у нас будет написано слово «полиция», а внизу 100 метров и стрелочка, указывающая направо. Может быть, наверное, даже и есть, которая указывает налево, но на этом знаке у нас будет направо. Вот такая стрелочка. Так, на знаке это будет написано белыми цифрами и буквами, но давайте мы напишем черными. Чтобы нам было немного полегче. Напишем просто 1. Чуть-чуть обведем. 0. 0. И буква М. Вот такая. 100 метров. Внутри мы вот здесь сейчас напишем слово «полиция». Давайте попробуем вот так. Не очень широко. Полиция. Вот такое слово. Полиция. Вот так. И теперь нам нужно просто вот это все закрасить синим. Этот знак у нас относится к категории знаков сервиса. Интересно, почему сервисы, конечно. И вот тут мы сейчас все закрасим. И этот знак говорит нам, что полиция находится где-то справа через 100 метров. Именно полиция, не пост ДПС. Вот так вот. Сейчас мы закрасим так. Вот так. Вот так, отлично. Вот, еще немного, и наш знак будет полностью закрашен. Вот еще немного и будет готово. Стараемся не закрашивать 100 метров, чтобы их было видно. Вот такой у нас получился знак, который означает полиция. Всем спасибо, ждите новых знаков дорожного движения. Пока-пока.